Բարեկալուս նյուզը, իմ զրուցակիցը Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ միացաք մեզ։ Նախորդ շաբաթ տարածաշրջանային այցով Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան այցելեց ԱՄՆ փոխ պետքարտուղարը, որը Երևանում հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ուղղությամբ իրենք ամեն դեպքում պատրաստ են աշխատել Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանը Միսկի խմբի անդամ երկիր է, ԱՄՆ-ի երկիր է։ Բայց ռուսական կողմից արձագանքը սուր էր եւ ռուսական կողմը նշեց, որ չեն հավատում ամերիկյան կողմի անկեղծությանը, որ եթե իրենք իրոք կարևորում էին Միսկի խումբը, ապա պետք չէր կապերը խզել փետրվարի 24-ից հետո, եւ Մարիա Զախարովան շեշտեց նաեւ, որ Միսկի խմբի համանախագահությանը հասցված հարվածը այլևս հնարավոր չէ վերականգնել։ Ավելին, Լավրովն էլ Ադրբեջանում հայտարարեց, որ փաստացի Միսկի խումբը չի գործում, գոյություն չունի եւ դրա մասին խոսելու բան առանձնապես էլ չկա։ Հետևաբար այս ամենը, եթե համադրենք, դուք ինչ եք կարծում, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև Ղարաբաղյան հարցով, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների հարցով համագործակցությունն այլևս ընդհանրապես հնարավոր չէ, թե ամեն դեպքում շանսերը պահպանվում են։ Я вообще понятиями навсегда и вообще стараюсь не оперировать. В политике всё возможное, ситуация может меняться. На сегодняшний день действительно, во-первых, существует противоречие внутри Южного Кавказа, то есть применительно к карабахской проблеме. Это было, в общем, всегда в большей ли степени, в меньшей ли степени, но по-разному видят урегулирование, скажем так, Запад и Россия, и особенно Соединенные Штаты и Россия. Да, урегулирование, я имею в виду, карабахской проблемы. Это первое и, может быть, не самое важное, а самое важное сейчас то, что представить себе слаженную работу Соединенных Штатов и Российской Федерации в нынешнюю ситуацию, ну, мне, мягко говоря, сложно. Это не имеет отношения к Южному Кавказу, это имеет отношение к конфликту вокруг Украины и к той степени напряженности, которая существует между Россией и Западом, которую за последние десятилетия я не помню, чтобы было что-нибудь подобное. И в этой ситуации представить себе работу в одной упряжке сложно. Это с одной стороны. С другой стороны, Минская группа, она, конечно, не работает реально. Можно ее называть умершей, можно называть замороженной, как угодно. Да? Но она существует формально. Люди получают зарплату, есть какой-то бюджет на командировки, они ездят туда-сюда, пытаются каким-то образом работать. Это означает, что ее окончательно не выключили. То есть прямо если отвечать на вопрос, возможно ли в будущем реанимация Минской группы, я бы сказал, вероятность этого не очень большая, но отрицать этого я не стал бы. Минская группа много раз умирала и возрождалась. Это далеко не первый раз. Так сильно, наверное, нет. Но, в принципе, теоретически, если появится возможность работать этим двум странам вместе, Соединенные Штаты и Россия, имею в виду, то, в принципе, отрицать эту возможность в будущем я не могу. А на сегодняшний день, в общем, да, в общем, сложно. Եթե խոսենք Եվրամիության միջնորդության մասին, Բրյուսելում հանդիպումներ են տեղի ունենում պայմանավորվածությունները, ռուսական կողմը դրան սուր է արձագանքում հիշեցնում, որ բանակցությունների հիմքը դա երակողմ պայմանավորվածություններն են Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռբերված։ Հիմա ինչ է ստացվում, փաստացի երկու ուղղությամբ զուգահեռ գործընթաց կա։ Այս պարագայում Եվրամիության ձեռնարկած ցանկացած քայլ Ռուսաստանի կողմից ընկալվելու է որպեսզի շահերին դեմ և հակառակ, այս պարագայում, եթե այսպես մրցակցող երկու բանակցային հարթակներ կան, դա ռիսկեր չի ստեղծում։ Я не думаю, что там есть серьезные риски. Просто потому, что конкурентами друг друга они быть не могут. Серьезным конкурентом России в том, что она делает в регионе, Евросоюз не может быть по определению. Россия же это не просто какой-то модератор или какая-то сторона нейтральная, которая может помочь сторонам на переговорах, как и какой-то экспертной поддержкой, или там, не знаю, предоставим место и так далее. Россия – региональная держава, Россия – страна, которая продает, например, оружие и той, и другой стороне
конфликта. Россия – страна, миротворцы, которые обеспечивают физическую безопасность жителей Нагорно-Карабахской республики, ну и так далее. То есть тут вот эту в сфере безопасности, вот эту роль ЕС играть не может просто по определению. ЕС нет безопасности. ЕС свою безопасность берет в Европе, извиняюсь, в НАТО. ЕС потребитель безопасности, а не провайдер безопасности. Соответственно, угрозой тому, что делает Россия в регионе, Евросоюз являться не может. Соответственно, это разные форматы, они такого рода вещи, такого рода противоречия, они были всегда на самом деле тоже. Я не думаю, что кто-нибудь думает, что Россия может вытеснить Евросоюз полностью или Евросоюз может полностью вытеснить Россию. А если какая-то ревность время от времени появляется, это может быть, то по-серьезному конкурентами эти проекты быть друг другу не могут. А если так, то могут работать одновременно и этот, и другой проект. Если было бы еще 10 площадок, на которых возможны были бы эти переговорные форматы. Ну и слава богу, проблема-то не в том, где состоится встреча. В Брюсселе, в Вене, в Москве или там, я не знаю, в Буэнос-Айресе. А проблема в том, что стороны расходятся настолько далеко, что сдвинуться каким-то образом с мертвой точки не получается ни при том, ни при другом посредничестве. Если говорить о Евромиюциане, Мишнортуциане, мотивационной массе, это кирки я изугати путюна, ворен Украинакан, а камартуциан скасвелют сето, Евромиюциан, Мишнортакан, Джанкер не лавели, активацан, хандипунере хачахакиацан, ев, а индепкум не вор Евромиюциан, ахрели хантирнерюни Украинакан, а камартуциан итиенелов, скасац амбтангайниц, мичевтандесакан, у энергетик, шат актив имаз баума из региони Карабаган хантрик каркаурман, хастан Адербайджан бан акционеров, а индепкум инч мотивационерек дуктеснум Евромиюциан, Мишнортуциан нерко, арцок кайтах энергетик горзонаш. Վարնելով ռուսական էներգակիրներից կախվածություն նվազեցնելու Եվրամիության քաղաքականությունը, այսինքն Եվրամիության ինչին է պետք կոպիտ ասած այսքան ակտիվ ներգրավել այս բանակցություններում եւ լինել միջնորդ, այն էլ նպաստել որպեսզի ինչ որ լուրջ տեղաշարժ լինի բանակցություններում, դա ինչ է տալու Եվրոպական միությանը. Во-первых, я бы не преувеличивал степень активности Евросоюза в этом процессе. Никакой сверхъестественной активности я тут как минимум пока не вижу. Во-вторых, причиной того, что Евросоюз пытается что-то делать, является вакуум в переговорном процессе. И я это связываю отнюдь не с 24 февраля, а с 9 ноября, ну или даже с концом сентября. Я имею в виду 44-дневную войну и то, что после нее наступило. Та ситуация, при которой Минская группа была задействована, и Минская группа пыталась решить проблему в той парадигме, в которую она должна ее решить, она зачеркнута. Она зачеркнута Второй Карабахской войной. Азербайджан говорит, что он не готов разговаривать вообще о собственной карабахской проблеме. Ну, по крайней мере, на публичном уровне азербайджанцы говорят, что карабахской проблемы нет и Карабаха нет. Они говорят, а выдумываются какие-то термины «Нагорный Карабах», теперь нельзя говорить, надо говорить там какой-то «Карабахский экономический район» и так далее, и так далее. Много раз Алиев заявлял, что карабахской проблемы как таковой не существует. В этой ситуации работать в той парадигме, которая была наработана до 2020 года, ну, мягко говоря, сложно. Пытаются вырабатывать новую парадигму, в том числе Евросоюз. То есть те проблемы, которые связаны с Южным Кавказом, причины их, интересы Европы к Южно-Кавказскому региону, являются те же, которые были. И причины интереса Южного Кавказа к Грузии, и причины интереса его к Южному Кавказу в целом, и к Армении, и к Азербайджану, и так далее, и так далее. Регион не стоит переоценивать, наш регион, но не стоит и недооценивать. Это регион, который находится между Ираном и Россией, между Черным и Каспийским морями, на пути прохождения различного рода путепроводов, от железных дорог до газа и нефтепроводов. Это регион, который находится по соседству с Турцией и очень недалеко от бушующего Ближнего Востока. Это один из самых больших в мире, второй, если я не ошибаюсь, регион по Большой Кавказ.
регион по насыщенности обычными вооружениями в мире. Ну и так далее. То есть этот регион имеет значение, повторюсь, переоценивать его не следует, но внимание к нему довольно естественно, вот то, которое есть. И оно, кстати, на мой взгляд, не увеличивается, а уменьшается на самом деле. Основное внимание современного мира, Запада в том числе, оно сосредоточено отнюдь не на Южном Кавказе. Оно сосредоточено и на Китае, и на том, что происходит в Украине и вокруг нее, там, и так далее. Но Южный Кавказ тоже сохраняет, привязывает внимание мирового сообщества. Քիչ առաջ ես զրուցում էի Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Թոմաս Դեվալի հետ, որը վերլուծելով ներկա իրավիճակը հետևյալ համոզումն էր հայտնում, որ այսպես թե այնպես Ադրբեջանը պետք է ինչ-որ իրավունքներ տա Արցախում բնակվող հայությանը եւ որ Արցախի հայությունը պետք է ի վերջո ինչ-որ տնտեսական համագործակցություն ի վերջո սկսի Ադրբեջանի հետ, տնտեսապես սկսի, այսպես ասած, ինտեգրվել Ադրբեջանի եւ որ կարգավիճակը Արցախի վերջնական ի վերջո պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում եւ հիմնավորումն էլ այն է, որ էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի եւ այլ ռեսուրսների հարցում Արցախը կախում է ունենալու ուզած թե չուզած Ադրբեջանից եւ հետեւաբար պետք է այս կոնտեքստում ինչ-որ մի լուծում գտնվի։ Ձեր պատկերը ացման բարձյոք այս ընկալումը պատկերացումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմա արևմուտքում գերակայում է եւ հենց այս ընկալման հիման վրա են արևմուտքում պատկերացնում թե ինչպես պետք է Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորվի, ինչ կարծիք եք։ Tom Deval и Запад это разные субъекты. Это не один субъект. На Западе, ну, в основном, если говорить, то, скажем так, во всех западных столицах не так сильно озабочены Карабахским конфликтом, как озабочен им человек, который им занимается почти всю свою сознательную жизнь. Это, в общем, разные вещи. Не стоит отождествлять позицию конкретного человека, причем исследователя, с позицией политик, даже в его стране, не говоря уже об остальных других странах. Мнение о том, что карабахскую проблему нужно решать внутри азербайджанской государственности с соблюдением прав этнических армян, жителей Нагорного Карабаха, оно всегда существовало. Всегда была такая линия, и всегда многие люди, и исследователи, и политики, и так далее, в разных странах по очень разным причинам, с разными основаниями об этом говорили. Ничего нового в этом нет. Другое дело, что этого никогда не получалось. Другое дело, что мы видим, в том числе и по результатам войны 20-го года, я имею в виду, что Азербайджан по этому пути идти не готов. Как может нормальный карабахец, живущий в НКР, говорить о соблюдении своих прав на территории Азербайджана, если только что на той территории, которую Азербайджану удалось захватить, на тех территориях НКР, которые Азербайджану удалось захватить, да, на них не осталось армян. Они были либо убиты, либо изгнаны оттуда, депортированы оттуда. Если до сих пор существует закон, положение, я не знаю, как это называется в азербайджанском законодательстве, согласно которому этнический армянин не может в Азербайджане появляться. Любой этнический армянин, будь он соотечественником моим, то есть Республики Армения, или Тома Девала, то есть Великобритании, он не может туда приехать. О каком соблюдении прав может говориться, если мы слышим из уст самых высоких чиновников Азербайджана, что врагом Азербайджана является не Республика Армения или Нагорно-Карабахская Республика, а армяне как этнос. То есть вот люди, которые имеют армянское самосознание и так далее. В этой ситуации представить такое решение не то чтобы хорошо или плохо, его невозможно представить, оно невозможно в таком варианте просто. Но люди, которые таким образом считают, говорят, пишут, они, повторюсь, они есть, и это один из вариантов, который все время предлагался и никогда не был исполнен, потому что, повторюсь, представить себе существование в таком варианте в нынешнем Азербайджане просто невозможно.
Пан Искандар, мы да шата вас канмен, кевен пастере вордук неркаатрик, хайри хандеп мотецума, айтанкам, айлеркли каакатилинело, бецетник хайлинело, вадербеджанум, хайтнвелан, наре, еменацат аменчен, мен кел шат лав гитен, кевена канабар, болонред пастере гитен. Евете да парзе вор, айспесте эмпес, наман каркавичаков, варцахи, хайри гоюцун, адербеджани, хайт ми петуциан, тарцкум, анханаре грете, ефескакан рискевни, апа, айс мотецман, ардиаканоцуне, инчове пайманарувац. Այսինքն ինչու է ձևավորված պատկերացում, որ այսակ արքավորման տարբերակը եւ հնարավորը Ղարաբաղյան հարցը նման ինչ-որ տարբերակով լուծել, եթե շատ լավ պետք է որ լինի ընկալումը, որ այստեղ հսկայական խնդիրներ կան եւ դա անիրատեսական է։ Ну, во-первых, хорошо бы об этом спросить Тома, а не меня. Он, наверное, сможет ответить. Во-вторых, если мне, если все-таки этот вопрос задать мне, не касаемо Тома Девала, да, касаемо вообще, по какой причине можно таким образом думать. Я бы сказал так, по очевидному ощущению невозможности другого решения. У людей может быть такой подход, что мы видим, что по-другому этот вопрос решать не получается. Что Азербайджан говорит, что проблемы нет, что Карабаха нет, что людей там нет, что там и так далее, и так далее. Соответственно, надо попробовать решить каким-то другим образом, и в этом, в этих вариантах люди могут пытаться привлечь какие-то слабо работающие тезисы. Но я боюсь, что в случае урегулирования Карабахского конфликта, начиная с самого его начала, все тезисы были очень слабо работающие. И разговор о том, что то есть можно ведь обратно повернуть, можно взглянуть с другой стороны на это. А что сейчас говорить о том, что Нагорно-Карабахская республика должна быть принята Азербайджаном в качестве независимого государства в тех границах и с тем сообщением с Арменией, которые обеспечат ее безопасность? Вот об этом реально ли говорить? Я думаю, что не очень. То есть вот причиной такого рода заявлений может быть отчаяние, может быть понимание того, что проблема чрезвычайно тяжелая и непонятно, как ее решить. Пан Искандар, եթե վերադառնանք հիմա ընթացող բանակցություններին, եւ հաշվի առնելով նաեւ Հայաստանի իշխանությունների հնչեցրած այն մոտեցումը, որ հիմա առաջնայինը կարգավիճակը չէ, այլ իրավունքները, եւ վերջերս էլ Փաշինյան հայտարարեց, որ մեջբերեմ ուղիղ ցանկացած կարգավիճակ, որը իրոք կապահովի հայերի անվտանգությունը, իրավունքները եւ ազատությունները, ապա պետք է ընդունելի լինի, եւ ցանկացած բառը իհարկե նշանակում է, որ այդ ցանկացած կարգավիճակը կարող է ենթադրել նաեւ ինչ որ մի կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, եթե լինեն այդ ասված երաշխիքները։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ ներկայումս ընթացող բանակցություններում օրինակ կարգավորման ինչ որ նմանատիպ տարբերակ է քննարկվում։ Это не очень важно, что сейчас лежит на столе переговоров. По-настоящему на столе переговоров сейчас лежат варианты, которые очень слабо обеспечиваемы, я бы сказал. То есть некоторые вещи, которые требуются со стороны Азербайджана, Армения просто не может принять. И наоборот, кстати. Тут проблема не в том, что лежит. На столе переговоров за последние 30 лет чего только не лежало. От общего государства до там мускокских принципов. Там чего только там не было. Проблема, во-первых, в субъектности государства, в том, что Армения на сегодняшний день, она не имеет очень больших возможностей выдвигать требования, выдвигать какие-то свои условия для того, чтобы идти к консенсусному решению. Да? То есть вот она не обладает достаточной субъектностью для того, чтобы настаивать на выполнении своих требований. Укрепление государства, изменение государства, даже государств, оно может привести к этому. Вот в этом может быть смысл того, что происходит. И второе, что мне кажется важным, целеполагание. В переговоры не обязательно входят для того, чтобы подписать бумагу через месяц. Переговоры иногда входят для того, чтобы был переговорный процесс. Для того, чтобы в рамках этого переговорного процесса пытаться выяснить, а что хочет противоположная сторона и как в этом можно действовать. Для того, чтобы действовать вместе с остальным миром. Для того, чтобы интернационализировать формат. Много очень причин может быть для этого.
И, но для этого нужно целеполагание, нужно четко понимать, для чего ты это делаешь, какими силами ты это делаешь, и каким образом ты это делаешь, и какова твоя реальная цель. В принципе, если говорить, если углубляться в крючкотворчество, то можно и с этой позиции тоже разговаривать. Нужно обеспечить права населения Нагорного Карабаха, Нагорно-Карабахской республики на жизнь, на безопасность, на соответствующие условия. И эти права очевидным образом обеспечить при условии нахождения этих людей внутри нынешнего Азербайджана невозможно. Соответственно, надо придумывать инструменты для того, чтобы это обеспечить, а инструментами является отсутствие вертикального подчинения. Можно ведь и так. Для этого, ну, правда, для этого хорошо бы иметь дипломатию, хорошо бы иметь целеполагание, хорошо бы иметь выверенную позицию и хорошо бы иметь, повторюсь, вернусь назад, субъектное государство. Государство, которое может каким-то образом настаивать на том, чтобы его голос тоже был услышан за столом переговоров. Это проблема, а не то, как конкретные термины работают в нынешней реальности. В нынешней реальности, как мы видим, в общем, никакие термины особо не работают, потому что не двигается процесс по-серьезному. Պարոն Իսկանդարյան, որ տարբերակն եք ավելի հավանական համարում, որ ստատուս քվոն այն իրավիճակը, որ հիմա կա, կպահպանվի, թե ամեն դեպքում չի բացառվում, որ ինչ-որ լուրջ տեղաշարժեր լինեն բանակցային գործընթացում, ինչ կարծիք եք? Я думаю, что то, что существует сейчас, это, ну, в общем, тупик. И этот тупик будет сохраняться. Как далеко и как долго он будет сохраняться, зависит от очень многих параметров. От вот той самой возвосстановления субъектности государственностей армянских до украинской войны. Много чего происходит в мире, от чего это может меняться. Но представить себе, что эта проблема может быть решена в ближайшее время в результате какой-то дипломатической активности, мне сложно. Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն էր։ Հաջողություն։